Всем привет! У нас продолжает развиваться проект «Своя свинка в общем стаде». Вот мы строим загон. Нам отдали поддоны. Будем из них сколачивать убежище от ветра, от дождя для поросят. Вагончик у нас появился под восстановление тоже. Нужно внутри будет все делать у него. Скоро уже нужно будет запускать, покупать молодняк. Еще немножко забор поднять, и уже можно. Мы еще ждем компаньонов. Нам еще требуются товарищи. Чем нас больше будет, тем проще. В первую очередь с дежурствами. Хорошо, если появится кто-то с свободным временем. Например, пенсионеры. Все. Всего доброго. До свидания.